And y'all ready for this? Он был в морских котиках снайпером. Лучше бы очистить все в пределах километра. А вы кто такой? Кайл Стил, АНБ. Хочу поговорить, пока он жив. И что? Вопрос очень серьезный, сэр. Куда это вы идете? В дом. Мне начхать, кто вы такой. Через 6 минут идем на захват. Стоп! Я иду без оружия! Так, дверь закрой. Руки! Топай сюда. Откуда знал, что не грохну, как только ты войдешь? Не знал. Зато знаю, что через 5 минут начнется атака. Ты времени тяни. Где Петибол? Наверху. Дохлый. Ты его? Конечно. Я всю жизнь об этом мечтал. Дай-ка обыщу. Стоун, дело дурно пахнет. Совершивший побег заключенный вломился в дом с оружием. А в доме тело? Не вломился. Топай. Так, не вломился. Генерал позвал хлопнуть по рюмке, потом сыграть в русскую рулетку. Ствол не мой. Предлагаешь поверить? Как хочешь, я не вру. Это подстава. И кто подставил? Декард. Декард. Министр обороны Декард. Он убрал Гиббонса, когда тот подошел вплотную, а теперь Петибоуна. К чему вплотную? Стоун, у нас 3 минуты. Выкладывай все. Почему ты здесь? Почему Петибоун? Ты о нем и не спрашивай. Я его и знать не знал. Никогда в жизни не видел. Стой, стой. Тише. Ну а это тогда кто? Умеют люди. Считаешь, самое время перекусить? Сколько нагнали? 3 группы? Шумовые гранаты? Тепловизоры? Угадал? Стоун, я хочу помочь. Правда хочу. Будешь виноват, если дёру дашь. Я виноватым родился. Ладно. Дуй отсюда. Ну где он? Так где он? Капитан, я нашел. Ванная на 2-м этаже. Ладно, начинаем. Фотография заключенного, который недавно совершил побег из военной тюрьмы близ Шарлоттсвилля, штат Вирджиния. Преступник вооружен и очень опасен. Одним из друзей генерала Петибоуна был министр обороны Джордж Декард. Джек Петибоун был моим близким другом. И страна сегодня лишилась своего патриота, чьи огромные заслуги еще будут вписаны в историческую летопись. По всей стране от Пендлтона до Форта Брега сотни военнослужащих собираются в Вашингтон на похороны. Не на похороны идут. Одна кровь, один пот. Петибоун и Декард служили вместе почти 30 лет. У кого командовал Петибоун? У тех и... Декард. Верно. А похороны тут при чем? Просто ширма. Декард гостей зовет. Приглашает своих людей. Бац, армия в сборе. Дело за оружием. Где найти оружие? Заказы идут через его епархию, так что... Точно.
Чтобы я хакнул? Влез в сеть Министерства обороны? У них же стоят гектары железа, суперкомпы Крей, кодирующие чипы. И больше брандмауров, чем у ЦРУ. И ты хочешь, чтобы я их взял? Конечно. Ха, подержи.